150 казахстанцев прошли стажировку по программе развития ООН. Ранее в условиях жесткого карантина молодые люди лишились работы. После трехмесячного оплачиваемого обучения больше половины из них трудоустроились. При этом стажировка дала возможность освоить не только новую профессию, но и основы тайм-менеджмента, самоорганизации и правильной постановки целей. Мира Альжанова расскажет нам подробнее. 29-летняя жительница столицы Мариам Телегенова воспитывает особенного ребенка. На протяжении долгих лет она не могла трудоустроиться, так как дочь требовала постоянного внимания и заботы. Но пройдя стажировку программы развития ООН, смогла освоить новую профессию и, более того, нашла удаленную работу. Во время стажировки я прошла обучение на SMM-менеджера, на онлайн-администратора курсов. Сейчас я получила работу уже в центре «Мама-Про», который помогает социально уязвимым женщинам. Я сама являюсь мамой особенного ребенка, и сейчас я работаю с такими же мамами и помогаю им в обучении. Во время карантина это очень у нас было актуально, потому что все онлайн получили. Всего таких, как Марьям, 150 человек. Все они остались без работы во время карантина. Однако, пройдя оплачиваемую стажировку, это 60 тысяч тенге ежемесячно, которая длилась 3 месяца в Нур-Султане, в Алматы и Карагандинской области, многие из них нашли себя в общественных организациях, на предприятиях и в госучреждениях. Именно здесь стажеры встречались со своими наставниками, так называемыми менторами. Они помогали им ставить новые цели и давали ориентиры для их достижения. По словам главы общественного фонда Камеда Махабат Испеновой, после стажировки некоторые ребята пошли волонтеры. Другие же, обучившись составлению бизнес-плана, выиграли гранты для реализации социальных проектов. А вот остальные освоили самые востребованные на рынке профессии. Это есть в общественной деятельности, то есть это координаторы социально значимых проектов, да? Там, где нужна юридическая консультация, поддержка, там, где нужно сорганизовать какие-то мероприятия для того, чтобы помочь многодетным матерям или людям с особыми потребностями. В бизнесе ребята уже уходят в маркетинг, в департамент маркетинга. Это также то, что сейчас очень популярно, это, вот, так скажем, направление SMM-копирайтинга. В условиях пандемии программа стажировок стала еще актуальнее, открыв многим двери в совершенно новую жизнь, подарив много возможностей и лидерские качества. Мира Айжанова, Нурлан Утигенов, Ботагоз Каирбекова, телеканал АМТ, Нур-Султан.